Да, ну, мне главное, чтобы снилс было. Я знаю, что я по снилсу, я думал, за одним махом, думаю, поеду заодно и прививку сделаю там эту. Паспорта-то я возьму тогда все четыре. Ну я думаю фотографии там тоже не проблема сделать, там 5 минут она делает. Да. Ну да, я думаю там то же самое. Ну я же, насколько знаю, он вообще электронный сейчас, там же ни бумажек, ничего нету, там просто присваивают. Ну да, это раньше так было, а сейчас даже пластиковых карт нету, но вот в электронном виде. Вот сразу, о, Люд, и сразу найди мне это адрес этого ФМЦ, потому что